Лето для жителей Воскресенска – время особенное еще и потому, что связано с притоком дачников на нашу территорию. Вопросам поддержания чистоты и порядка и соблюдения безопасности в частном секторе уделяют особое внимание. Важным для огородников темам было посвящено совещание с председателями садоводческих товариществ района. Проблематика известная – соблюдение пожарных норм, вывоз мусора, а также налоги, кадастр, изменения в градостроительном кодексе. На актуальные вопросы – актуальные ответы, и работа будет продолжена. Председатель отделения Союза садоводов России в преддверии того, что начинается летний сезон дачный, и очень много обращений, обратился в администрацию для введения дополнительного дня приема именно по вопросам садоводов, на что администрация пошла навстречу, и, соответственно, раз в месяц мы выберем день, в который будем встречаться с председателями СНТ, ДНТ, ДНП по всем их интересующим вопросам, а они уже также будут доводить эту информацию до своих членов. Закончилась государственная кадастровая оценка недвижимого имущества на садовых и дачных территориях. Под учет попадает не только сам дом, но и другие объекты на участке. В районе было выявлено более 8 тысяч неучтенных построек. Мы составляем план обходов и еженедельно обходим домовладения собственников земельных участков, где выявлены у нас объекты не зарегистрированы. Мы проводим, собственников разъяснительную работу о том, что на территории вашего земельного участка выявлен объект недвижимости. Да, хочу остановиться. Как мы выявляем данные объекты? Была осуществлена аэрофотосъемка и путем наложение на карты ФНС и баз данных из Росреестра были отмаркированы те дома, которые не зарегистрированы. Дома, объекты капитального строительства, а это у нас гаражи, хозпостройки, бани, то есть то, что является объектом капитального строительства. И в настоящий момент идет сейчас оформление разъяснительного, работы проводится с собственниками земельных участков, и они подлежат оформлению. Общая цель подобных мероприятий – облегчить для владельцев участков взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления. Ну и кроме того, информирование владельцев участков об их правах и, конечно, обязанностях. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, новости Искровект.